We hope. How are you? My name is Nikita. Фак, ты не проходишь тест, тупо переведи. Он пьет. Hi, how are you? It's okay. It's okay. My name is Yujin. Nigodai TV. I ask very easy questions and I will pay money. Understand? No. Understand? I will no. pay money. Плачу деньги за ответы. Конечно. С этого и нужно было начинать, да? Да? Блин, мне показалось, что ты прям шаришь. Было похоже. Серьезно? Пять вопросов и тыщенка. English language, 5-6 класс. English language, это хорошо. Нихуя не отвечу, уже знаю. Возможно, материться? Значит, можешь даже пернуть. Не. Первый вопрос тестовый. How are you, man? How? Как? Или how? Я знаю. How are you? My name is Nikita. Фак, ты не проходишь тест. Fine. Thanks. I'm fine, and you? Ты прошел тест. Me too. I'm fine. Oh my god. Oh, yeah. Thank you. Я вижу твой English very many money minimum. Вопрос number one. First question. Тупо переведи. Он пьет. He drink. He is drink. Is he drink? He drinks. He drink. Он пьет? Ah. Это что такое? Это вопрос. Когда у нас вопрос, что там у нас? Вспомогательные глаголы. Глаголы. Какое это время? Он пьет? Настоящее. Настоящее. Давайте не будем, потому что я действительно ничего не помню. А, да? Ну, конечно. Зачем? Да зачем? Я бы сейчас вам все напомнил. Вы бы англичанкой бы отсюда ушли. Спасибо. Спасибо вам. Всего доброго. Do it does. Do it does. Ага. В настоящем времени, когда у нас вопрос, мы добавляем в начало вспомогательный глагол. Да, do или does. Do либо does. И в итоге? Do he drink? Does he drink? Почему не do? Потому что это третье лицо. He, she. Браво, браво. He does drink. В начало мы ставим вспомогательный does глагол. Does he drink? Does he drink? А вот если бы я сказал бы тебе бы, он пьет, ну тупо вот, она пьет. Ты бы сказал бы, she. Боже. Я тебе просто напоминаю, что ты говоришь does, потому что когда у нас he, she, мы s прибавляем. А, точно, точно. Поэтому если drinks, я говорю, drinks. Она пьет, she drinks. Все, я вспомнил. S, S-очка. Все, меня загрузили. Does he drink? Это не позор. Okay, главное okay. Вот, ну, не забывать, постоянно там вот это вот сидеть, тренироваться. Прошу вас сейчас посмотреть, 20 секунд будет маленький видеоролик. Здравствуйте, подписчики канала Нигодяй ТВ. Мы обратились с просьбой о помощи к Евгению, чтобы он помог нам собрать деньги Мишеньке на реабилитацию. Мальчик не ходит, сидит в инвалидном кресле. Очень просим вас, помогите нам, пожалуйста. Спасибо. Это сообщение от Миши, 12-летнего мальчика, у которого диагноз ДЦП. Его мама написала мне в Инстаграме, мы с ней созвонились по WhatsApp, пообщались и с ней, и с Мишей. У Мишани мозг работает хорошо, он соображает, все понимает, но тело его не слушается. Надо помочь, надо собрать сумму 378 тысяч рублей, это будет реабилитация. После этой реабилитации он сможет переворачиваться с одной стороны на другую, он может держать равновесие, он сможет ходить на костылях. Я предлагаю сделать марафон, это 100 рублей, закиньте на те реквизиты, которые есть в описании. Если соберем эту сумму, будет круто. Если соберем еще больше, будет еще круче. Хуже от этого не будет, потому что у ребенка с таким диагнозом всегда нужны какие-то средства, какие-то деньги на то, чтобы все было еще лучше. Поэтому давайте так все сделаем красиво. В Инстаграме вы можете наблюдать за тем, что происходит с Мишей. Все будет в описании, реквизиты и его Инстаграм. Она не покажет. Переводи. Тоже в вопросительной форме. Она не покажет. Это вопрос или восклицание? Она не покажет. Отрицание. И какое время? Она не покажет. Сейчас, наверное. Сейчас она не покажет. Она не показывает сейчас. А когда я говорю, она не покажет... Это будущее. Это будущее. Это будущее время. Это факт. Она я не покажет. Я не знаю, как слово покажет, я знаю. Show. Show must go on. Wouldn't. No. Doesn't. Don't.
She don't show. No. Did. No. Did мы вставляем в прошедшем времени. Когда у нас будущее время, мы работаем только с вспомогательным глаголом will. Will not. She will not. She will not show. Show. Excellent. Great. She will not show. Will. Будущее время. Все, я понял. Will not. Да, да, я вот. Со временами как бы надо вась-вась здесь дружить. Вопрос номер три. Ты думал? А тут вспомогательные. Это же так просто. Ну почему из головы вылетело? Думать, think. You. Сейчас. Ты думал. Ты думал. You think. You think. He was think. You thinking. А это прошедшее время? 100%. В прошедшем времени. Это у нас что, вопрос или утверждение? Ты думал? Или это отрицание? Утверждение. Утверждение, все верно. Поэтому здесь нам не нужен вспомогательный глагол. Какой, кстати? Did. Did. Did не нужно. Потому что если бы это был вопрос, типа, ты думал, ты бы сказал бы, did you think? Да? Uh-huh. Did нам не нужно, здесь утверждение, и поэтому у нас просто меняется глагол. Либо мы добавляем что в конце? S. No. Инговое окончание. No, мы добавляем ed, либо это неправильная форма глагола. Так, так вот, you think, есть неправильная форма глагола? You thought. Oh my god. Was, were. Что это? И когда употреблять? И пример еще влупил бы нам, было бы неплохо. Это настоящее время? Ну, was это... Так, ладно, чтобы не фейлиться особо, сейчас подумаем. Так, was, were это тоже вспомогательные... А, нет, это формы be. Ну, was чаще всего употребляется в прошедшем времени. Was мы употребляем тогда. А в единственном числе о прошедшем времени. Это прошедшее время, форма глагола be, вторая форма. Was или were. Мы ставим was, когда это третье лицо, единственное число. Were ставим, когда... Все остальное. Сложновато, брат. Да. Он был дома. He was at home. Окей. То есть, если я говорю «они дома», то ты говоришь «they». Were. At home, потому что «они». А если он дома, ты говоришь «he was at home». Вот вся хрень. Понятно? Все, всем все понятно. Пятый вопрос на тыщенку. Предложение, я говорю его на русском, а ты его на английский переводишь. Мы надеемся найти все ответы на эти сложные вопросы, бро. Вау, 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 вау. Я буду придираться к каждой букве. We hope to find all answers. We hope to find all answers. На все эти? For this difficult questions. For? For. For? 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 Why for? Ну, не знаю, я так решил. To find all answer. No, so, yes. All answers for this really hard questions. We hope. Можно еще раз, пожалуйста, товарищ? Окей. Ты совершил косяк. Большой? Один? Ну, он небольшой. На тыщенку это должно быть четенько. Четенько. Мы надеемся найти. We hope to find. От этого for зависит твоя судьба. У тебя есть 3 секунды. В общем, мне нужно справиться, а? Да, 2. Знаете, вот опять эта проблема у меня с предлогом. Секунда третья. Of. Почему from? Он. Он, блин. We hope to find all answers on... На эти. On the difficult... Эти. There. No. Эти. That. No. This. Yes. This difficult questions. Все, ты еще наша красавица. Во, это правда. Ну, ты хороший. Сейчас мы пойдем себе леггинсы такие. Купи себе симпатичные леггинсы. Ни в чем себе сегодня не отказывай. Все для вас. Напоминалочка, между прочим. Да, хорошая напоминалочка. Давайте соберемся. Я предлагаю сделать встречу по
подписчиков 16 марта. И будет эта встреча в городе, в моем, естественно. Зачем мне куда-то ехать? В городе Санкт-Петербурге. Кстати, это вот то место, где будет бешеный тусич. Бургер Хаб называется четкая, модная, молодежная бургерная моего товарища, поэтому здесь мы и закуролесим. Снимем выпуск, пожрем, здесь будет бургер именной мой, негодяй ТВ. Я рецепт придумал этого бургера. Музончик, не музончик. А про пивалдер можно говорить вообще или нет? Или это запретная тема? Для тех, кому нет 18, вы попьете вкусного морсика. Для тех, кому уже есть 44. Короче, мы затусим, закуролесим. Диджей, медвежей. Подробности в описании, а также в Инстаграм залетайте. Там я буду более почетче напоминать и рассказывать об изменениях об этой нашей встрече, которая будет 16 марта 2019 года в городе Санкт-Петербурге. Ну и также в Инстаграме я делаю вот эти вот прямые эфиры. Вот ваши любимые, где я плачу бабки, бабосы, между прочим, за те ответы, на которые вы отвечаете. Поэтому вся эта хрень будет в Инстаграме, подробности, неподробности. Все, peace, kiss, там дёс и вся остальная вот эта хрень, это вся.